Здравствуйте, это шоу «Каска» и я ее ведущая Регина. Итак, мы представляем вашему вниманию итоги прошедшей недели. В Люксембурге прошли испытания системы противоракетной обороны. Сотрудники госнаркоконтроля отпраздновали корпоратив с размахом. В Самаре была найдена первая в мире кошка-крыса. Единый государственный экзамен теперь должны сдавать и первоклашки. В селе Большая Черниговка прошел кокаиновый дождь. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о фонде перспективных исследований. Инженеры АвтоВАЗа нашли маленькие недостатки в производстве автомобилей. В Петербурге испытали новый способ переправы людей после развода мостов. На днях отца Кирилла лишили водительских прав. Ну и наконец, возможно ли сложить лист бумаги вдвое больше 7 раз? Да или нет, вы можете проголосовать в официальной группе ВКонтакте Crazy Asks All или на сайте comedos.tv, где можете найти еще много чего интересного. С вами была Регина, и это шоу «Каска». Помните, главное...